Какая высокая пальма, высоченная и украшена фонариками. Или там их уже нет? А, вот здесь заканчиваются. Чуть не сбрехала нафиг. Но все равно, смотрите, это ж ужас какой. Ужас какой. Кто тут и лазил? Вот сразу с порога охватите взглядом, какой кризис продовольственный в Америке, в России, хотел сказать. Все сметено с пола, кушать нечего. Вот специально заехали в обычный маркет. Хочу посмотреть, есть ли здесь индюшка. Сказали, что индюшки даже нет к Рождеству. Блин. Вот, вот так вот нечего есть. Сыров, я не знаю, не пересчитать, какое здесь количество сыров. Обычный маркет. Фрукты какие хочешь, овощи какие хочешь. Сейчас еще к мясу пойдем. Вон, виноград... Двух видов. Обожраться можно. Так, мне нужны ягоды. Вот, кстати, об отличном качестве фруктов и продуктов. Вот, обратите внимание. Вот такое отличное качество иногда встречается. Ну и здесь распродажа. Каждые $3. Да уже бесплатно продавали, блин. С плесенью. Кому это надо? И вон, смотрите. Но иногда бывает за обычную цену. Вот такое качество. Ну, легко вернуть. Приехал, без вопросов тебя назад заберут. Просто то, что не хочется ехать другой раз. Сейчас я черничку возьму. Клубника что-то мне уже поднадоела. Это я не кривляюсь, на самом деле. Что-то уже вообще, не знаю. От этого голода что купить? На что кинуться? Яблоки всяких разных сортов и видов. А вот здесь еще и зеленый виноград. Вот винограда только сколько видов. Булочки такие специальные к Сэнксгивингу. Королевский гавайский хлеб. Называется. Так, что вот тут в приготовленном, смотрите. Курица сушеная, свежайшая, и роллы. Очень бы хотелось, чтобы это видео увидел Первый канал. Вот хотелось бы мне, чтобы увидели, какой кризис, как нечего кушать в Америке. Сейчас мы еще до индюшки дойдем, которой нет. Так, пироги. Всякие пироги. В основном невкусно, очень сладко. Тортики. Нет, мы в Whole Foods покупаем тортики, если хочется. Это все, вот я почти все пробовала, мне ничего не нравится. Очень сладко. Красивое, а иногда даже и некрасиво. Или есть, как сказать... кофейни, которые сами выпекают. Вот там все вкусненько. Так, это что-то новенькое. Какой-то фруктовый кейк, торт. Ну, тоже, наверное, сладкий. 19 грамм. Ну, так себе. Не, мне не надо вот это все. Ла. Ой, вот, вот.
Вот Джейк говорит, вон пустые полки, донатсов нет. Пончики сожрали все. Джей сказал, он смеется. Ой, смотрите, индюшка какая на Thanksgiving. Вот видите, нету. О, вот это голод, голод такой. Овощи и органические, и неорганические, дыни, арбузы, картофель, лук всевозможный, картофель несколько видов, там вот овощи, ой, редисочку, кстати, надо купить, давно не покупала. И здесь овощи, и здесь овощи. Вот такие пучки. Не маленькие, 99 центов редиска. Все орошается, видите, все влажное в водичке. Автоматически включается орошение. Иногда предупреждающий знак, знаете, как будто бы гроза, гром гремит, гроза начинается. Вот, вот травы всякие вам, пожалуйста. Капуста разная, артишоки, кабачки. Перчик, там другой картофель еще. Вот такой вот и фиолетовый, он внутри фиолетовый тоже показывала. И такой, и сякой. И ассорти маленькие. И огурчики. Ну, в общем, всего. А, здесь, кстати, органическое тоже 99 центов. Ха. Тыквы вон сколько. Бананы. Полкило 69 центов. Килограмм, значит, вот считайте, будет рубль 38, рубль 40, доллар 40. Так, вот, смотрите. Рыба какими шматами. Уже такие шашлычки вам, пожалуйста. Ай! Мясо. Мясо, фарш. It's a good price? Yeah. Вот Джейк говорит, хороший прайс. 6-7 долларов за полкило. Хороший ценник. Так. Здесь вот смотрите, купаты всякие, тихтели с моцареллой, итальянский стиль митболс, этих мясных шариков. Так, надо, кстати, взять попробовать. Вот. Вот, все тут накручено, наверчено. Вон всякое мясо, баранинка, пожалуйста. Баранинка откуда? Без гормонов и антибиотиков. Не вижу откуда. Ну, обычно Австралия или Новая Зеландия. Вот сколько всякого разного мяса. Какой-то мужчина в кадр влез со своей лысиной. Свинина. Какая хочешь часть. Это уже барбекю. Соус я, который не люблю. Так, вот индюшка. Показываю цену. Значит, ого, вот это кость. Со слона, что ли. Полкило 3 доллара. Вот индюшка. Такая индюшка. И что еще? Just one choice. Вот видите, неполная корзина. Если бы дефицит был, наверное, бы уже вообще ничего не было, очередь бы стояла, правильно? Ждали бы
Ждали бы, когда вынесут еще. Так, это дак, утка. Есть всякие потрошки. Здесь уже приготовленная грудка. Вот еще. И вот по 11,99 это грудка. Мы как-то покупали. Грудка, сплошная грудка индюшачья. Какой-то мужчина в оранжевых шортах опять влез в кадр. Что за кости продают? Что такое? Это вот маленькие курочки, корнишончики. Так, а здесь что? Что-то как-то, слушайте, правда, выбора не очень, индюшки. И никто не берет. Набрались, что ли, уже все? Но факт тот, что есть. У женщины в корзине видела еще. А, вот она. Вот еще, пожалуйста. Еще индюшка, пожалуйста. Курица. Вот. Ой. Вот сколько всякого мяса. Вот, пожалуйста, опять. Опять индюшка. 26,34. Это за 29. Вот, пожалуйста, хэм. Вот все в расфасовке. Вот только на сковородку. Или в духовку на противень. Вот какие-то конечности свинячьи копченые. Так, что такое? О, грудка. Грудка тоже индюшки. Ну, здесь уже что показывать? Ну, вон все, молока какого хотите, фейкового, натурального, любой жирности, с любыми добавками. Вот, смотрите, даже есть яичное какое-то молоко. А, это просто... Это вот гоголь-моголь делать у нас, который был с сахаром. Вот, пожалуйста, смотрите. Смотрите Первый канал, блин. Вот такие наборы. Для пати очень удобно. Видите, в нарезочку все. И крекеры здесь какие-то есть. Сырочки, колбаска или ветчинка. Подарки. Всяких орешков, семечек, конфеток, колбаски, сосиски. Вот, пожалуйста, сосиски. Йогурты. На букву Х хочется срифмовать. Йогурты у йогурты, короче. Поняли? Там вот еще всякий кефирчик, еще какое-то молочко, сливки, соки. Выпечка. Вот рубанку так вот крутишь, хась, оно раскрывается, и из нее тесто вываливается уже разрезанное. Круассанчики, вот, например, там или еще что. И на противень, или вон роллы, cinnamon rolls. Яйца тоже, какие хотите. Мороженка. Замороженные ягодки. Джечек за мороженкой, наверное, пошел. Лопаточки, хераточки. Здесь еще вот бейкон, бекон. А здесь, excuse me. А здесь распродажа. Можно что-нибудь здесь иногда ухватить. И вот. Может, икра есть. Тунец только есть. А икры нет. Там вода, сметана. В упаковке бекон, ветчина. Ну, короче, вы увидели, да?
Вот, знаете, товарищи, товарищи, господа, что вам лгут, и мне же в том числе. Это мне прислали, я-то не отслеживаю. Мне вот прислали, что типа опять вот у вас там за 17 ноября первый канал. Посмотрите, найдите в Ютубе. Время, программа «Время». Филадельфия, смотрите, и с луком, и с клубникой, и с это, ой, может взять, с рыбкой красной. И что еще там есть? С красным перцем, буффало стайл, с чесноком и травами, оригинальное. Это еще не все, бывает еще больше выбор. Ну и сервети палочками, этими стиками, и тертые, и слайсами. Excuse me. Вон сколько сыров. Во вкусняшки уже не пойдем с вами, а то вдруг я не удержусь и нахапаю себе. Чипсы каких только нет. Все, на этом кино закончено. Цветов каких только нет. Кстати, вот в этом магазине очень плохое качество. Принесешь домой, блин, особенно вот эти в букетах, они все осыпаются. Не знаю, кто здесь работает, кто здесь дурит нашего брата. Уже зареклась в этом магазине не покупать. Ой, какая прелесть. Ой, какие пушистики. Помпасы какие-то, весенние помпасы, розочки. Ой, сколько роз. Это рождественская звезда, видите, и такого цвета, и такого в крапинку, и красная. Кстати, настоящая, не искусственная, и посветлее. Ой, надо этих наделать фоток. А вот прямо в упаковочке такой, да? Подарочный. Подарить можно. Ой, это что-то новая упаковка какая-то, как пакеты. И для хризантем тоже. Такой еще не видела. В банках вот видела. Антимикробный, видите, протекшн. Ух ты, что-то новенькое. Так, немного накупили. Индюшку даже не покупали еще. Ну, сегодня только понедельник. Че ее морозить? А может, вообще не будем в этом году покупать? Косметика Olay. Я почему-то раньше думала, что это польская косметика. Рак, когда-то я пользовалась. ROC. В Питере, когда жила, в аптеке покупала. Дорогущая была. О, мой шампунь, ё-моё. Вот эта серия для сухих волос. Увлажняющая. А есть вот еще волюм. Ух ты! 30-40 долларов. А поскольку же я покупала на сайте? Вот. Вот Олей. Кого интересует, 30 баксов. 32,99, а с карты этого магазина 30. Или что? Или распродажа вообще? Ну, неважно. Вот так вот помогают упаковывать. Ты вообще не притрагиваешься. И повторюсь, могут еще и до машины довести твою тележку. How much did you pay? 82. 82 градуса. 82 доллара. Oh, 40,000.
Ой, джичка, хочу такое. Ой, это 7. Ой, прям на улице высажена эта рождественская звезда. С двух сторон дороги. Какие горы сегодня красивые, обалдеть. Вот и по вторую сторону дороги.